Краснодарцам рассказали об изящной балетной пачке. Накануне праздничной даты ценители балета собрались в музыкальном театре. Официальным днем рождения пачки считается 12 марта. Она стала частью женского балетного наряда только лишь в 1839 году. Изначально у артистов не было никаких костюмов, а о пачке даже не шло и речи. Однако с того момента уже прошло 178 лет. Вместе с творцами премьеры гости узнали этапы развития балета, задали вопросы артистам и подробно узнали историю костюма. Со временем танец стал развиваться, хореография стала развиваться, и костюм начинал мешать движению. Поэтому стали укорачивать эти костюмы. Во-первых, так сказать, сколько ребенку лет? Не может быть без него. Балетная пачка шьется индивидуально для каждой танцовщицы. Процесс изготовления долгий и трудоемкий. Юбка, нижнее белье и лиф рождаются отдельно, а уже потом собираются вместе. Все должно быть точно по фигуре. В качестве материала используют шифон. Когда форма готова, ее украшают стразами, бисером или перьями. Именно поэтому сегодня балетные пачки носят не только профессиональные балерины. Разнообразные товары для танцев, спорта и балета активно используются и любителями. Ведь гораздо приятнее заниматься танцами в красивом костюме.